Кемерове продолжается работа по ремонту улицы Красноармейская. Напомню, что за месяц здесь полностью заменили дорожное полотно, а сейчас рабочие занимаются восстановлением колодцев и бордюров. Движению эти работы практически не мешают. И в ближайшие дни ремонт будет закончен. В работе у нас 11 бригад. Около 100 человек работают ежедневно до темного времени суток. Планируется завершить работы до 1 июля.